Ну вот, недавно взял в руки набор открыток «Архангельский трамвай», который издал когда-то давно уже. Даже не верится. Мы почти что забыли, что в Архангельске был трамвай. И даже не верится, что он был на самом деле. А был. И очень примечательный трамвай. Во-первых, самый северный город Архангельск, в котором трамвай был. Причем наш трамвай был двухпутный. В Ярославле трамвай однопутный был, а у нас двухпутный. А сколько историй с его появлением. Это замечательное событие в жизни города. Какие люди участвовали в этой акции. Он был задуман где-то в начале века, а построен, и первый трамвай прошел в 16 году. Представляете, Первая мировая война, а у нас открытие трамвая. Целое событие. Это нужно в контекст той эпохи погрузиться, представить архангелогородцев всех менталитетом. Какой это был прорыв технический, да, технической мысли. Примерно как в космос Юрий Гагарин полетел. В масштабе нашего провинциального Архангельска было событие, связанное с открытием трамвая. Он торжественно прошел по всему городу. Его встречали у городской думы городские начальники и все, кто вкладывал деньги в трамвай. А вообще-то руководителем строительства и инициатором и лидером был, опять же, городской глава Яков Лейцингер. Какой замечательный человек все-таки прошел через Архангельск. Он и открыток много наделал, и был меценатом, и чего только не делал. И в том числе, такой сюжет скажу, что когда деньги кончились в процессе строительства трамвая, так он заложил свой дом на Чумбарыке, чтобы деньги-то появились и продолжить строительство. Вот такой был Яков Лейцингер. И трамвай был построен. Построен и мое поколение, для моего поколения, трамвай ведь очень и очень памятен. Это, во-первых, когда прогуливаешь уроки, подкатываешься на трамвай. То есть не то, что подкатываешься, а вокруг города кольцом ездишь и смотришь в окна, и открываешь для себя город. А сколько юмора трамвайного было? Вопрос там, да? Вы сейчас ходите, нет, потерплю на следующий. И чего только не было. Трамвай – самый демократичный вид транспорта, потому что там здоровались, знакомились, уступали друг другу место. Кстати говоря, эта культура всегда бытовая в Архангельске была. Вот. Ну и потом вот само его присутствие в городе делало город, как вам сказать, делало город более оживленным, может быть, чем он был. А ночной трамвай где-то задержался, один раз в час проходил ночной трамвай. Помните, как у Акуджавы, да, я в синий троллейбус сажусь на ходу, в последний случайный. Вот это уж всегда надежно было, что можно было со второго лесозавода от любимой женщины добраться в центр города и так далее. Это было с Архангельским трамваем. Потом... С Архангельским трамваем ведь связаны не только пассажирские поездки. Он выполнял и такие вот функции, как можно сказать, доставки всяких материалов к строительству. Когда строился Дом Советов, наш теперешний городское, то есть областное правительство, то все стройматериалы доставлялись трамваем. Потом в городе были три бани, и к этим баням дрова тоже доставлялись трамваем, и были проложены ветки специально. Вот на улице Логинова было ответвление, и трамвай шел к бане. А потом, если взять карту, маршрут архангельских трамваев, то он ни в чем не уступает этот маршрут московскому метро. Такая же цветная картинка была, и масса направлений. И появление архангельского трамвая в архангельские трамваи, конечно, совершенно не случайно. Почему? У нас ведь особый город. У нас город вытянут вдоль реки. Градостроители говорят, ленточная планировочная структура. Он вытянут на 40 километров. Это экономии там до первых деревень, так сказать, в южной части. И, конечно, трамвай – самое удобное средство передвижения был. И поэтому были проложены ветки и до экономии, были проложены до второго лесозавода, а то и, по-моему, дальше и так далее. Большую роль, конечно, трамвай сыграл и во время войны. На трамвае доставляли раненых там из порта, из фронта, когда привозили госпиталям. Тоже, видите, такую функцию выполнил. Так что вот он вроде бы подзабыт, трамвай. Не знаю, надо у моих студентов меня будет спросить, помнят ли они трамвай. Да не помнят, наверное. Но мое-то поколение, конечно, помнит трамвай. И вот когда-то уже... Около 20 лет назад, нет, чуть поменьше, 14 лет назад, один студент мне подсказал, что Юрий Анатольевич, а давайте издадим набор открыток «Архангельский трамвай». И он стал активно собирать все типы трамваев, которые были в нашем, значит, трамвайном депо. И вот так появился набор всех типов трамваев и исторических фотографий архангельских трамваев. Они захватывающе интересны. Например, во время интервенции трамвай ходил, но тогда
наши трамвайные работники, не знаю по какому поводу, но объявили забастовку. И тогда за штурвал нашего архангельского трамвая сели американские солдаты и водили трамвай по городу. Ну, фантастика, правда? Одни билетеры чего стоят? У билетеров было огромное количество вот всяких, знаете, вот такое, да, билетов, рулончиков на специальных приспособлениях. А потом ведь еще льгота была. Там героям социалистического труда можно было входить с передней площадки. Много всего такого интересного, связанного с Архангельским трамваем. Ушел в историю Архангельский трамвай, а вернется ли он? Вот я убежден, что нам без трамвая в будущем не прожить, что обязательно появится. Кстати говоря, это и предусмотрено генпланами Архангельска. Проспект Ломоносова расширяется сегодня в одну сторону от реки на ту сторону специально для того, чтобы в будущем по нему ходил трамвай, современный трамвай. Такие современные трамваи мы можем видеть, разъезжая по миру, можем видеть во многих городах европейских. Никто не отказался от трамвая. И, конечно, трамвай непременно вернется в Архангельскую. Без него нам не прожить. Но только бы скорее, чтобы нам не отстать технически от эпохи.